Всем доброе утро! Сегодня суббота, 2 июля, и кто-то отдыхает, кто-то спит, а у меня идет 6-й день работы. Вчера я в прекрасном расположении духа, выспавшись наконец-то, сижу такая после обеда, в ожидании выходных, уже настроила кучу планов, все в предвкушении. И тут мне такие говорят: tomorrow you have to come earlier at 8:30. И я такая: tomorrow? Но завтра вроде как суббота. И оказалось, что клиент, которого мы ждем уже третий день, он третий раз переносит свой appointment. И третий раз из-за него я должна приходить не на 9:30, а на 9, а сегодня вообще на 8:30. Господи! Но, к счастью, погода сегодня просто чудо. Сейчас реально нормально, есть чем дышать, свежо. Сегодня, скорее всего, будет дождь, потому что все небо затянуло облаками. Но сейчас я понимаю, пусть лучше так, чем то, что было последнюю неделю. Когда реально каждый день по 33-34 градуса и просто дышать невозможно. Вчера меня отпустили с работы раньше, потому что клиент перенес свою встречу опять. И уже где-то в 3 часа я была свободная. Но тут в последнюю минуту, когда я уже готова идти, пришли клиенты, у которых не было назначено встречи, и я уже еще на полчаса задержалась. Агентство мне скинуло 3 кастинга и написали: если освободишься раньше, езжай. А я без бука, без композиток, без туфлей, без ничего. До последнего думала, стоит ли ехать или не стоит. Решила все-таки поехать. Но, наверное, была не судьба, потому что, во-первых, вчера было 1 июля, и наша картка на проезд, ее нужно обновлять каждый месяц. То есть на ней не было денежек, и я не смогла попасть в метро. Потратила время еще на покупку этого одноразового билета на проезд. И для полной радости я еще села не в ту сторону и проехала где-то 3 остановки не в ту сторону, куда мне было нужно, а кастинг уже заканчивался через полчаса, и к нему нужно было ехать где-то минут 40, и я подумала, что все, значит, не судьба. Но решила, что успеваю на последний кастинг, он заканчивался в 5:30. Это был кастинг на ноутбук, и, в принципе, съездила зря, потому что, ну, реально, я без бука, без ничего, ну, показала несколько фоток на телефоне. Очень сомневаюсь, что что-то с этого выйдет. В общем, после этого поехала в агентство, положила денежки на карточку и поехала домой. Ужинала вчера в очень хорошем ресторане, в ресторане «Армани». Очень красивое место с видом на Дон. Я не знала, будет ли сегодня заказывать обед или нет, потому что сегодня мы работаем только до 2. И уже пошла, перекусила каким-то мясом, сыром, что-то такое. И тут мне приносят вот эту тарелочку с этими прекрасными фруктами. Но я не могу вообще устоять перед ними. Здесь есть клубничка, киви, ананас и дыня. Очень вкусно. Итак, я сейчас нахожусь на улице Монте-Наполеоне, и сегодня 1 суббота июля, и начинаются очень большие распродажи. На этой улице находится Dior,
Versace, Prada, Gucci и многое-многое другое. Но я сейчас направляюсь на Piazza San Babilo, потому что даже со скидками и с моими покетами в 30 евро скидки меня не спасут. Господи, аж настроение улучшилось, честное слово. Сейчас просто пришло понимание того, что все, на сегодня и на завтра я свободна. В понедельник мне опять нужно на 9 утра, потому что на этой неделе было клиентов не очень много, а со следующей недели обещает быть жарко. Прикольно месте реснички. Особенно у нее. Господи, после работы я была такая сонная, уставшая. И когда еще услышала, что в понедельник на 9, на 8.45, где-то так, я совсем приуныла. Но потом, когда увидела все эти скидки, это невероятно. Реально везде минус 50%, все очень дешево. Я уже купила в Манго сумочку и босоножки в Бершке. Позади меня написано «Салди». Это скидки, они здесь, везде, повсюду. Очень много людей сейчас реально просто ходит, скупает все подряд, что видит. С каждым днем скидки будут все больше и больше, просто размеров не будет. Поэтому оптимальный вариант – покупать через несколько дней, когда еще и надеяться, что твой размер никто не возьмет, потому что будут больше, чем 50% скидки. Хотя надеяться, что никто не возьмет S и XS и универсальный 37-38 размер, это глупо, но я верю в лучшее. Но пока купила то, что понравилось, дальше посмотрим. На Дуомо сегодня дурдом, там сейчас очень много народу и какая-то музыка играет, все кричат, по-моему, там какой-то концерт, сейчас увидим.